Лето – самое любимое время года детворы. Завершился учебный год, и впереди 3 месяца отдыха и развлечений. Организации летней оздоровительной кампании в муниципалитете уделяется особое внимание. Наши ребята отправляются на море, а для тех, кто остался в городе, работают детские площадки. Каникулы, конечно, замечательные, но занимаюсь я вокалом, рисованием, гимнастикой, английским. Конечно, скоро уезжаем уже отдыхать, но отдыхать хорошо. Лето проходит отлично. Планы уехать и отдыхать. Программа в лагерях с дневным пребыванием детей насыщенно интересная. Педагоги проводят с ребятами разнообразные занятия и мастер-классы. Кстати, их этим летом было немало. Основная образовательно-просветительская деятельность велась на базе Одинцовского центра эстетического воспитания. Плодотворно прошел июнь, но это не заканчивается все, потому что лето большое. У детей еще есть возможность посетить наш центр. До конца августа будут работать мастер-классы. Работа детских площадок завершилась ярким фестивалем «Звездное лето». Участники эмоционально рассказали о том, как прошел для них первый месяц летних каникул. В нашем лагере, да, очень интересно. Мы занимаемся уроками, рисуем, учимся. Лето проводим очень интересно, гуляем, играем. На конкурс также были подготовлены работы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Ребята за это время многому научились. Отдых детей организован замечательно. У нас работает площадка с 9 часов и до обеда. Ребята у нас занимаются в эстетическом центре. Есть у нас эстафеты, спортивные соревнования, музыкальные. Выступление каждого отряда оценивало строгое жюри. Результат по итогам конкурса понравился всем командам. Ведь здесь нет проигравших. Победила дружба. Впереди у ребят еще 2 месяца летних каникул. Есть время, чтобы хорошо отдохнуть, набраться сил и подготовиться к началу нового учебного года. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».